Спасибо вам. Все это время шла трансляция на канале в YouTube, и там поступили вопросы некоторые от подписчиков. Значит, вот вас спрашивали, кто для вас был, ну, как бы, образом таким, который вас сподвигал на борьбу, то есть на кого вы ориентировались? Вот, может быть, из других политзаключенных или из каких-то людей, которые ранее, до этого, боролись там с режимом? То есть, что вам помогало? Кого вы считали идеалом? В принципе, я занимаюсь громадской працей еще с юнацких годов, фактически с 19 годов. И мы это починали, коли так можно сказать пафосно, боротьбу за Беларусь еще на початку 80-х, в 81-82 годе, починали с себе. Мы починали разговаривать на белорусской мове, мы починали пропагандовать белорусскую культуру, мы налаживали контакты с такими же молодыми хлопцами, как мы, в других городах, а я учился в тот час в Гомельском университете. Ну и фактично с тех часов, вот это моя громадская деятельность, она не кончается. А после 20 годов я занимаюсь обороной правов человека. И в этой галине, в громадском активизме, безумным авторитетом для меня является такой чешский былый диссидент, а потом и президент Чехословакии, как Вацлав Гавел. И он отсидел в тюрьме 5,5 годов. Это было в 70-е годы. И в той час, когда была могутная советская машина, когда это советские краины, такие как Чехословакия, Польша, они все являлись такими сателлитами Советского Союза, был могутный военный блок краин социалистической содружности, как тогда это называлось, и мало кто мог поверить, что эту систему можно изменить. Тем не менее, в 89-м году были политзняволены Вацлав Гавел, и он стал президентом Чехии, он начолил те демократичные изменения, которые отбылись в Чехии в наступные годы. И за вот, амаль уже, сколько это годов прошло, амаль 30 годов, за это 30 годов, конечно, Чехия изменилась. Это уже совсем не та краина, какая она была 30 годов тому. А у нас, в Беларуси, все остается по-старому. Так, как и к сожалению, Чехия, Польша, Прибалтика, все ушли вперед. Вот это и есть наша основная проблема. Мы застыли где-то, значит, застряли вот в этой неизменности. И, конечно, это великая проблема. И хотелось, как над этим уже снова пошли думать молодые люди, а мы со своим опытом, вот это 30-годового фактично змагания за Беларусь, ну, допомагали бы. И, конечно, я еще протягиваю свою деятельность, а не склал руки. А вы кем являетесь, скажите, правозащитником? Я являюсь старшиней правооборонщика центра «Весна». Есть такая организация в Беларуси, которая оборонит правы простых людей, и громадских активистов, и политичных активистов, и простых людей. А еще вопрос. Вы знакомы с хельсинской группой? Там вам прозвучал такой вопрос. От украинцев. С украинской хельсинской группой? Ну, не знаю, возможно. Я просто украинец спрашивает. Он сказал, что знакомы ли вы с хельсинской группой? Я знакомый с богатым, с кем, с правооборонцев, с коллег, с разных правооборонческих организаций. Как натурально, что в Беларуси мы все ведаем один одного. И у нас есть белорусский хельсинский комитет. А в других странах есть так само хельсинские комитеты, эти хельсинские группы, с которыми мы сустракаемся, обмерковываем проблемы, потому что часом они вельми подобные. Вот, и працуем. В Украине у нас так само вельми богато партнеров, сябров, с которыми мы працуем, в разных городах, в разных организациях. И в Киеве, и в Чернигове, и во Львове, и в Одессе, и в других городах, в Харькове. Вот, и, конечно, мы допомагали украинцам, вот, когда там были тяжкие часы. Вот, в 16-м году наши волонтеры выезжали туда, в Харьков, и працевали с беженцами, с перемещенными лицами в Украине. Вот, мы там допомагали, как могли. Вот. Хотя, конечно, и богато чем нам украинцы допомагают своим опытом, своими некими вот працами, и мы в добром контакте. А украинцы вот скажут вам дякуем, крутой мужик, говорят.
Да, вот еще такой вопрос по поводу того, вот как вы оцениваете нынешнюю ситуацию и с правозащитным центром «Весна», то есть вот дело РЭП сейчас, власть активно наезжает, то есть вот динамика с 80-х годов и сейчас, то есть когда вы, можете сказать, были лучшие времена, то есть когда вы свободнее всего себя чувствовали, и как сейчас оцениваете обстановку? Совсем все плохо или еще что-то делается? Вот жива «Весна», вот что там, люди работают, но не влезешь на с каким то, давлением? Не влезешь на то, что у нас нема регистрации, можно нам отвезти хлопцы еще, нет? Тут протягнем, тут трошку тише. Не глядишь и на то, что правоборонший центр «Весна» является незарегистрованным уже 15 годов, а в 2003 году у нас забрали регистрацию в Министерство юстиции. С тех часов мы работаем без регистрации. Мы не сдаемся, мы протягиваем свою працу. Вот. И мы робим ее достаточно активно в разных накерунках. И мы не собираемся спыняться. Я и мои коллеги, мы настроены протягивать свою працу далее. А про Тутбай задали вопрос. Сказали, спроси про Тутбай. Ну, ситуация, в принципе, в Украине достаточно тревожная. И вот эти криминальные справы, справа Белта, якая накерована супраць журналистов Тутбай, супраць журналистов Белопан, некоторых інших журналистов, которые были вот все собранные в эту справу, которая умовно называется справой Белта. Это, конечно, тревожный сигнал для всех нас, и мы видим, что влады рыхтуются до серьезной электоральной кампании, это выборы парламентские, это президентские выборы, и этой репрессии я особисто связываю с этим. Вот. Но але я бы тут не мощно не полохался, потому что, ну, коли так перефразировать примовку, то на сполоханных воду возить и под зад бьют. Вот. Нам не треба бояться этих проблем, а треба супрацьстаяць этим проблемам, и супрацьстаяць этим проблемам мы можем только солидарно, своей солидарностью. Это коли мы разом, коли мы бороним один одного, коли мы выступаем один за одного, коли мы гучно говорим про те проблемы, которые влады створают для нас, ну тогда это дает эффект. Так и в этой справе Тутбая, я не думаю, что это некая катастрофичная ситуация, это просто ясный сигнал белорусским незалежным журналистам, что влады не любят их, влады спробуют взять их под контроль, влады спробуют повысить уровень страха в нашем громадстве. Нам не треба поддаваться на эти провокации, треба далее робить свою работу. Такой вопрос. А какие основания власть предъявила, когда забрала у вас регистрацию? То есть почему они вас не зарегистрировали? Что они вам сказали официально? Ну, на те часы это была целая кампания, накированная супраць неурадовых организаций. В Беларуси в 2003-2004 годе было зачинено около 400 неурадовых организаций. Это была целая кампания. И тем лику и наш правоборонщий центр «Весна». А причины, по каким зачиняли организации, были вельми разные. Ось, это я не неистотная. Короткий вопрос. Значения. Будут ли на выборах наблюдатели от центра «Весна» на этих? Мы будем назирать на выборах, але формат назирания мы еще будем обмерковывать, как это будет отбываться, с тем, как бы, ну, наша задача так само не поставить назиральников под репрессии. Треба думать, какой был формат небеспечный. А какую помощь, какую поддержку вообще человек может рассчитывать получить от центра «Весна», обращаясь туда? Ну, то есть простой. Вот активист какой-нибудь, да, вот он пошел на акцию, например, не Дармоедский марш, выразить свое мнение, что у нас дискриминация происходит. Его задержали, отвезли в это на сутки и влепили большой штраф, там 20 базовых, к примеру. А на что он может рассчитывать? Мы шукаем сродки, которые могли бы компенсовать вот такие страты с боку громадских активистов и простых людей. И это робится разным чином, и шляхом так называемой, так званой талаки, когда обвешается сбор сродков. Вот. Мы шукаем так само, когда больше серьезные справы, криминальные справы, тогда шукаем адвокатов, которые могли бы, которые были бы готовы браться за эту справу. Так что мы, конечно, стараемся, мы поведомляем про это международной супольности, потому что вельми важная реакция так само международных организаций и держав на такие порушения права у человека. И белорусские влады вымушены до их прислуховываться. Тут вот этот тиск, и он так само вельми важный. Информация вельми важна. Тому вельми важно, коли здараются такие выпадки, поведомлять про их и незалежной прессе, и правооборонцам с тем, как мы ведали про их.
Хорошо. Спасибо вам большое, Олесь. Извините, что задержал, тоже батарея разряжается, поэтому стрим заканчиваю.